прощай, Йосефталь. Хозяин попросил отдать ключи. Мы сейчас с мужем перевозим оставшиеся вещи. Очень печально, мы привыкли. Внизу продолжается дискотека. Соседка снизу, ситуация уже вылилась в то, что соседка, помимо того, что съехали вот напротив люди, мы, соседка снизу будет продавать свою квартиру. Ну, слышишь, что делается? Она очень жалеет, что сразу не включилась с нами, что называется, в борьбу. И вынуждена сейчас, наверное, съезжать как-то, не знаю, как это все будет. Все, квартира пустая, мы освободили. Все чисто. Все, это оставшиеся наши по мелочи вещи, моя сумка для спорта. Я только что домыла кухню. Вот ящички так еще чуть-чуть прошлась, видите, все чистенько у меня. То есть все оставляем, как нормальные люди. Нормальные люди, уезжаем. Тоже оставшиеся там мелочи. Вот наша спальня была. Шифонер, я даже окна перемыла. В новом месте тоже у нас там свои проблемы возникли, тоже опять же под окнами музыка. К сожалению, мы в очень таком, такой непонятной ситуации оказались с мужем. Ну, ничего, будем что-то решать. Сейчас работы очень много у меня особенно. Сейчас тут немножко тоже домой, там в принципе все чисто, раковина там. Да, все остается сейчас так вот. Ну то, что было, это отсутствие просто ремонта. Ну, будем надеяться, что отсюда мы закроем. И дальше, если не на том месте, хотя мы заплатили за переезд, все, мы будем в каком-то другом месте. Тоже у нас будет все хорошо.